Я даже расу уже поменял на ДК. Такой Миша Киш, это кто вообще? Я таких вообще не знаю. А, Киш, Пирпах, ладно. Держите командира кто-то. Я кучу сарю. Не командира. Вытащите командира, а то упадем. Что такое Айзенхил? Хант какой-нибудь. Айзенхил. А есть у кого-то ДД, ну, если у кого-то из ДД рога? Лилия, ты же только что в рейде получала на приста ИП. Да, я на локу тогда. А, ну, я просто, что ты ну, не можешь сейчас вовлеть на него. Да, я знаю, я же локом тоже перешла. Хорошо. Хера вы вторую пачку сагрили. Все, я ТП-ш, ясно. Хорошо, может кто на Фурика зайти из ДД? Из ШПШ их желательно. Ну или какого-то во тьму. Я могу зайти на Фурика, у меня их два. Только вместо хила. А у ШПшек нету? Меликов нет больше. Ну, а у Лилии Рейтрик есть? Только что не хотела. Какие же рога? Зачем рога? Но я бы еще хотел. А что, хант есть, рога есть, нормально. Или они типа слабые? Не знаю, хант не внушает доверия. Не уверен. Да, с двумя рогами там это надежней. Ну, тогда кого-то из ШПшек закинул во тьму.
Третий маны, пожалуйста. Ну что, так можно было? Можно ману просить? Нет, только мне так можно. А это сейчас кто говорил? Шаман второй. Спасите, я под этим деревом. Почему нельзя просить? Говорили. Я вообще думаю, если Олег не придет, что делать будем. А что, там нет желающих? Эх, упало. Танка еще надо одного. Там поклон вроде заходил, у него там попало есть. Ну, он был онлайн. Он сейчас онлайн на ДК. А вот он пишет, я типа тут. Кто делает орков ДК? Зачем? Блин, это орк. Там вариантов нету вообще. Там только орк. Ну если только фростом играть. Марат, там еще талант есть на 10% духа. 10% с таланта, 10% сказки. Роль особо не играет, но... Ну да. Так, оставьте шкаф. А вот эта лужа не будет мешать мелким? Ну, это осквернение. Не, не будет. Локов-то нету. Опа-на. Чё-то лука. Чё-то провтыкал я. А у кого есть лук? Ну, у Селфиш Морена есть. Ну, может, пусть это ФК зайдет, у него есть вроде. А, ну давай ФК заходи. Давайте тогда выйдем с Иманем. Или мырки-фырки. Кто из вас хочет возьми подамажить? Давай я возьму, останусь. Окей. Ты в лезвиях, наверное, умрешь. Нет. Я когда-нибудь в лезвиях падал на лезвиях. Ключевое слово, наверное. Если не знаешь, то ты не говорил. Ну, если не знаю, поэтому говорю, наверное. Привет, ты зайдешь?
Да, сейчас. Пропало что-то? Все прилечу. А, ты еще Microsoft, ты что-то бафал? Ну, раздай каски, рытые кулаки раздашь. Точняк прото. Пока будем без креста. Хотя можешь прото не давать, в принципе, но сейчас на миник не особо решает. Все, кого фласка надо, да? А чё, хант не изгиб? Чё, я пытаюсь вспомнить, кто это. Креста не будет пока. На миниках он не нужен. Лапа-то будет? Лапа, кстати, что там? А, кстати, да, чё за хант? Кто это? Как, напомни, кто ты там? Я уже здесь сейчас. Сережку. Было сбафать. Чек на готовность. Если нет кулака, подтверждайте, напишите в чат, если что, если не бахнут. Мырки-фырки, что не хватает. Не будет креста пока, ну, блядь, вы слушаете, что вам говорю? Зачем на миниках вам креста? Я могу дать и кресты кому-то. Сильно надо. Дай вам креста. Могут. Так, все готовы, начинаю. Хан, снимай вступление. Хан, диспель вступление. Что было? Сейчас намажу ее. Я снова Валера первую копию, точнее вторую. Видите, по команду. К времени есть. Мегаприст. Ты, кстати, тактики знаешь, косячить не будешь здесь? Тактики знаешь, мегаприст? Выпускаю. Цирк приехал. Подмор, да не стойте.
сильнее страдания. Че, он с левой стороны вылазит? Вроде с правой вылазил раньше. Не, всегда с левой. Ну, с правого плеча, Ваня. Ну, да. Разжмись, уничтожат. Твое сильнее страдание. Ну, Ваня, забери две копии потанче. Ну, блин, че? Ну, хил, алло, Поднимаю уничтожатор. Давайте точника все хильте. Заберу сейчас одну копию. Я забрал. Магрус, смотрите, там не вижу на ком. Балтар не оставляй. Спасибо. Это... Без вас я хилы, вы с нами вообще? Ваня затащил. Здесь произошли страшные события. Ох, тут могу не убить. Я прожал все, я знаю, что надо прожиматься. Святилище считалось неприступным. Ой, простите. Ой, простите, я не иду. Сейчас постой, посмотрим, подачи. Тут просто на боссе, где точечный хил рулит, двух хилов перехилил БЦ. Это жесть. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Бафеть, кобьем. Огромного сумеречного дракона. Герои. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Больше 10 секунд ни одного точечного заклинания танка не было. У меня конус. Только хоты. Можно по паладинам ремах, пожалуйста? Под ДК тоже, пожалуйста. Из таба флапу кулак под ДК. Давайте про таур. Друиды. У меня рии кончились. Ретрии. У тебя еще неделю назад кончились. Не, они у меня кончились, когда я с ней рассылал. Третий раз говорю. Кулак ДК. Варны Хлеоне, чтобы крик на ХП. И перед заходом во тьму тоже, чтобы кричали.
Машкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище. Олег, ты тут? Он тут. Я это слетаю, пока перебью эту говно. Давайте пока по тактике разберемся. Первая пати тьма, ретро и Microsoft. Разберитесь по фридому, кто первый, кто второй. У кого будет аура сосредоточенности, у кого аура на броню. Кто будет бить правосудием света, кто будет бить правосудием мудрости. По хилам. Мега прист Хатей и Азинарод. Хилите тьму. Секьюрити и сейчас будет хапал, будет хилить свет. Азинарод хилишь танковой тьме в основном. По танкам. Уничтожатор танчит тьму, конус свет, точняк мелкий трэш. Четвертая пати, кроме демона, остайтесь добивать больших. Марки-фырки. Не, стоп, сейчас перекинул. Сейчас зайду. Давай, заходи на хулипала. Так, перекинул Марат Газ, Ментор, Миша Киша и Альфари. Плюсаните, пожалуйста, все в чат. Да, вторая пати — свет. Ментор. Я просто уже устал постоянно, что четвертая пати заходит во тьму сразу. Хорошо. Поставь шкаф дизрапт. Хакс, ты напуливаешь мелкий трэш на точника, каждый мелкий трэш. На третьей фазе, после того, как ты напулил мелкий трэш, переключаешься в большого. По инерам. Войд, всегда заливаешь манусики. Джейс, ты, Миша, Киша, заливаете на второй фазе Азинроту, на третьей фазе секьюрити. Тоже между собой в ПМ сейчас решите, кто на третьей фазе под какой трэш дает звездопад. Звездопады даете не сразу, а только тогда, когда весь трэш прибежит и будет на танке уже. Тогда прожимаете звездопад и под разный трэш. То есть один под первый трэш, второй под второй. И так чередуетесь. Надеюсь, что шарит. Но у нас два вороги, так что я не думаю, что у нас будут проблемы с наполом. Сумоньте из силы, Олег, раздавай кресты всем. Но Рога должен бежать навстречу трэша и напуливать еще бегущий трэш. Но Рога напуливает сильнее, чем Хант, если что. Еще разок. Так, Марат Газ дисплеит. А, Магоприст. Ты диспелишь все, где находишься. Марат Газ диспелит третью фазу света. Вроде все. Недостаточно маны. Дайте бафы по паладинам. Продаст фласку на АП. Типа на ХП.
Он уже убежал там. Где такой Хант? Это Харкс? Это Серж. Кот. Спасибо. Он там онлайн юнт был хант нормальный. Ну не плюсовал, когда я собирал. Ваня, варенька. Мэр отгас на тебе звезда поставишь в мире. Васап, ты кому истерию забил? А, или Войс. Баня, варенька. Только не отходите никто, ждем Ваня, варенька. Начинается. Ваня поменялась, да? Ваня вернулся и его ждет. Бежал Ваня, да. Дима Джерри, он что не хватает. Так, все, я тут. Ну, все готовы тогда. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Точняк, метка. Небеса в огне. Прибежали. Кардиоры нет. Диск ПВО. Перебежали. Валера, заходи. Входите. Да, рейд зашли. Можешь поставить метку на моба? Да зачем? Я потом одного моба подниму. Заходите в восьмом. Вот, поговори там в тьме. Следующая метка. Походу здесь. Остерегайтесь теней. Вот я вставлю, прочитайте гимн Мэри. 3%, 4%. Назад. Гимн Мэри, да. Метку не в портал, метка смотрит. Трепещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла. Выходим. Да, блядь, я завис немного. Или так. Террас свету.
прибежали. Свет не бьем, не бьем босса, свет не бьем. Перебежали. Ждем трэш, не бьем босса пока. Нормально, оба помира бейте. Ваня, дашь каплю сейчас на перебежке? Угу, давай. Давай. Сам встанешь? Пожалуйста, гимн на ману. Ну, фырки, твой гимн на ману. А, не бейте босса, не бейте свет. Все, бейте. Да бейте большого, блин, чего вы большого не бьете? Каплю дал. Все РТД бейте большого. Мелкий трэш РТД не бьют на третьей фазе вообще. Блять, в каждом рейде что ли повторять это? Миша, Киша, подними джеста. Миша, Киша, джеста подними быстрее. Могу поднять кого-то. Не надо. Миша, Киша, ты можешь что-то, блядь, написать, ответить? Маны, сама не горит. 40 свет. Читай гимн на ману. Свет. Свет только трэш играет. Добивать трэш, потом босса будем добивать. Добивайте босса. Перебежали, пока босса их берем. Все в босса, напуливаем трэш и в босса. Миша, Киша, почему ты не поднимал джеста? Да, блядь, на земле труп большой, корова, блин, лежит. Просто, блядь, пиздец, как вы бесите вот этим тупизом своим. Просто нереально, я не знаю, блядь, вы поэрельте, блядь, потом поймете, как это все бесит. Вот, Миша, Киша... Вы, если не можете что-то в чат быстро нажали, написали быстро. Этом или что-то, если сказать не можете в РК. Ты вот эти скобочки не ставь, ХБ. Во-первых, ХБ, хилбот, удали. Поставь аддон Вуду, блять. Ничего там не багается, блять. Все охуенно. И грид поставь. Два аддона смотри, блять, на всякий случай. Шею рольте. А с каких пор вы это учит играть? Пошел в жопу. О, привет. Здрасте, все. Привет. Тут какими-то правами. Да скучно стало, блядь, сюда зашел. Конечно, скучно. Сегодня прям день встреч. День воида сегодня, блядь. Правда, у тебя деньги кончились снова. Че, пошли третья?
Доп ЕП. Это доп ЕП было? С первого трая, что ли? Да, с первого трая убили. Красава. Надо отжигает, да. Ну, как я тут отжигал. Заэрелил, короче, РС. Кольцо генерируйся. Сейчас все смеяться будут. Без Олега и Васаба. Можешь такое, чешу? Слава. Слава. Качай хули пристанный X5, и там топом будешь идти, отвечаю. Ну, а если уж Войд будет топом, то... У меня в городе биборды висят. Я буду богом. Заэрелил, блядь, РС-ку без Васаба и Биборба. Повес нужен кому-то? Ты только поэтому зашел, да? Ну я охуел просто, на работу еду в автобусе, блядь, смотрю, ты, блядь, на бигборде, блядь. Сегодня вот целка. Пояс на успех нужен кому-то? Без вайпов, до ПП. Кольчук. 10%. Даже с вами Кукувася Лича убил? Да, Кукувася со мной Лича убил. Офигеть. ТРЛ. Просто так, дать кому-то этот пояс. Бля, ретри, так угорает. Вчера с Олегом мы вообще вайпались до 2 часов в обычке. Так что ты хочешь? Что, играть будешь? Вчера же четверг был. Ну так, ты вчера ушла, мы Синдрули сейчас первый трав убили. Просто да, уснула на вальке. Я не смогла до конца пройти. Такой ритм. Но проблема в тебе, да, была.